ты имеешь связи с криминальным миром? Да, к сожалению, это правда. Вы что-нибудь напишите талантливо, нет? Вы поэты в современности 21 века, где протест? Где это? Тебе нравится, в какой вообще стране мы живем? Мне не нравится. Молодежи не нравится. Где протест? Протест только рэп может сейчас выразить. Ритм. Хип-хоп. СМИ говорят, что ты якобы кинул пол Улан-Удэ, пол Иркутска. Короче, пол тех, а сейчас вообще решил кинуть всех. Если у тебя очко толка. Вот так, если оно у тебя играет, то не надо, не суйся. Правильно. Он соточку-то возьмет, быстренько на карточку себе Сбербанковскую закинет, в трамвайчик сядет и уедет. А я его и не догоняю. Люди просто волнуются, переживают. И хотим в конце концов вот здесь замороченных наших поэтов посмотреть. Рэперов, хип-хоперов, музыкантов, творческих людей. Выявить талант. Ведь фильм будет выходить, он же будет выходить не только у нас в регионе, он будет выходить за пределами региона. И саундтрек этот могут заметить, допустим, какие-нибудь лейблы.